Депутаты Магаданской городской думы утвердили распределение бюджетных средств областного центра на плановый период 2021-2022 годов. Расходы в текущем году составили 8 584,6 миллионов рублей. На 2021 утвердили 6 844,9 миллионов рублей. На 2022 6 825,6 миллионов рублей. Доходы в городскую казну с учетом безвозмездных поступлений от правительства региона на 2020 год составили 8 412,8 миллионов рублей. Доходы на 2021 рассчитали в сумме 6 844,9 миллионов рублей. На 2022 6 815,6 миллионов рублей. Кроме того, на заседании депутаты рассмотрели вопрос о недостающих средствах для выплаты заработных плат в бюджетных организациях, таких как школы, детские сады, дома культуры, учреждения дополнительного образования. Также депутаты внесли изменения с учетом выделения средств на завершение строительства новой школы в поселке Снежный. Доведены деньги, недостающие многим бюджетным учреждениям города Магадана на выплату заработной платы, на доведение ее до индикатива, чтобы декабрь месяц все встретили с полной выплатой заработной платы. Это распоряжение губернатора, его действия. Соответственно, нам нужно было собраться во внеочередном порядке, чтобы деньги официально уже закрепились в бюджете муниципального образования города Магадан и до конца месяца были доведены непосредственно получателям. Вновь избранный депутатами городской думы мэр Магадана Юрий Гришан выступил на заседании с предложением к исполнительной и представительной ветвям власти стать ближе друг к другу в решении проблем горожан. Для этого депутатам городской думы было предложено присутствовать на еженедельном аппаратном совещании в мэрии вместе с представителями государственных и муниципальных служб. Нам в течение 5 лет вместе работать. Действительно, ожидания людей, они огромные. Все хотят все и сразу сегодня. Но мы с вами не зря принимаем бюджеты на 3 года. И мы должны 3-летним бюджетом показывать вообще, как планомерно будут решаться жизненно важные вопросы граждан города Магадана. Я надеюсь, что у нас все эти годы будет плодотворная работа. В связи с новой коронавирусной инфекцией многие бюджетные организации Магадана в 2020 году работали не в полный график, а некоторые и вовсе временно прекращали свою деятельность, что отразилось в цифрах средств текущего года. На фоне сложившейся ситуации распределение бюджета 2021 года по сравнению с 2020 значительно меняться не будут.